Всем привет, с вами Дима. Сегодня буду играть на другом классном сервере для Майнкрафта Pocket Edition. Для версии 1.1.3. Сейчас я его покажу. Надо. Подожди. И это вроде... Да, крафту. Тут полно гриф. Есть грифер один. Появился Артём. Регистрируй. Ладно. Как называешь карту? Там выспалкаться. О. Вот, мы вошли. Вот у нас есть тут правила. Бла-бла-бла. Есть развлечения. Можно выживать. Какие-то стартик неплохой. Дается. Сейчас покажу. Какие-то. Так. Старт. Вот какой кит-стартик дает прикольненький. И плохой кит-стартик вообще дается. Тут очень хороший кит-старт, советую. Вот у нас PvP-арена. А, да, джоб, тут есть работа. Пишет джоб, еще что-то писать надо. Джоб. Топ, топ, инфо. Все эти сервера, которые я оставлю ссылочку, ставлю IP и порт в описании. Топ, инфо. Топ-лист. Вот такой вот прописать долго. Чо-ли-с. И вот. Шахтер, строитель, убийца, дровосек, садовник. Можно выбрать любую работу. Дровосеков, конечно. И теперь что нужно? Мне нужно идти там на урвание, порубить дров. Тут даже есть развлечение, если я встречу. Такое есть небольшое развлечение. Можно стать большим. И вот сейчас мы будем убить дрова. Я вот то, что дровосек.
выдерживаю эту территорию. Так, не могу, значит, выдерживать. Так, где тоже лучше выживать надо? Через 40 минут сервер будет перезагружен. Ну или поймешь, как встраиваться тебе дровосеком. В принципе, да, я знаю. Чего еще можно? Тут даже пара курочек вот есть. Попробую пройти сейчас. Этот сервер не такой уж крутой, как прошлый. Хотя и частая перезагрузка. Ой, какие-то стартик не дают. Прикольный паркур, хочу пройти его. Интересно, а приз будет? Через 39 минут сервер будет перезагружен. А, тут можно стать большим, маленьким. Маленьким я не знаю как, но... А, тут казино есть, только балаган. Я один раз не выиграл там. А другой выиграл. Железо. Свои денежки зря профукал. Прикольный он тем, что тут один сервер, там не так уж и много бывает игроков, но я не собираюсь там играть, я его удалю скоро, а на остальные я оставлю IP-порт в описании. Если вам нравится эта рубрика, поставьте большущий палец. Ой, блин. Поставьте хотя бы 4 лайка или 2. Нет. Поставьте 3 лайка, если хотите, чтобы я, или больше, чтобы я продолжал эту рубрику. Обзор серверов там. А если не наберем, я опять буду сливать про Бог Страйк. А иногда буду... Прокурим, видите, или мастер. Я паркур, я не паркур мастер, конечно, но хочу паркурить. Да блин,
сразу ссылочки я не смогу оставить. Как я выложу видео, тогда я ставлю в описании ссылку. Ой, в описании оставлю IP-порт. Я так обычно делаю. Клуб хакер. Жалко на Бэтварсе только есть кнопка скрыть. Да я ничего не вижу за тебя, отойди. Тут есть полу, тут гриферы, тут надо только. Сержу грифер. Артём, тут раньше был Артём, тоже был грифером. Я появился, я телепорт отправил, появился я взял или убил. Каждого слева. Ха, он тоже сливает лови. Где он? Там он что, антигрифер? Ты убил его друга. Сервер прикольный тем, что тут есть казино, можно работы. Если вы, и вроде одного посмотрел на этот сервер. Если вы не будете выполнять правила, вас посадят в тюрьму. То есть тюрьма еще. У некоторых серверах также. Это вроде говорил. Если вы хотите, можете пройти этот паркур. Потому что я ни за что его не пройду. Потому что я не паркур-мастер. Тут даже постоянно пишут про этот торнадо дурацкий. На 40-й минуте был закачан.